спорта показывает результаты, которые очень сложно, в принципе, представить себе. Например, машина класса Top Fuel разгоняется за одну секунду 160 км в час. А вот здесь, извините, я вас перебью, да. Как вы думаете, дорогие друзья, кто здесь победит, Субару или Запорожец? Да, интригующий очень заезд, но давайте посмотрим. Просто невероятно, да. Полный привод, как бы. Да. Борис явно провалился на старте ввиду того, что машина заднеприводная, но тем не менее, благодаря грамотным переключениям и высокой удельной мощности на килограмм веса автомобиля, он смог вырвать победу у Андрея Мичулита. Я думаю, что это такой флешбэк Андрею, потому что та же самая ситуация с ним случилась на гонке в Лужниках, когда мы проводили Кубок Москвы на 201 метр. Он был тоже побежден Борисом Обуховым, что, в принципе, послужило, ну,